Уважаемые коллеги, мы сегодня будем обсуждать опухолевые свойства жировых тканей млекопитающих. И основные положения, которые я собираюсь обсудить, следующие. Первое, что жировые ткани млекопитающих составляют эволюционно новый орган, который функционирует как единое целое. Это, вообще говоря, некое новое понятие в биологии, хотя оно уже присутствует несколько лет. У этого органа много опухолевых признаков, что позволяет предположить его происхождение из наследуемых мезенхимальных опухолей и отнести его к так называемым опухолеподобным органам. И предполагается, что это может поставить ожирение в ряд онкологических проблем и обусловить расширение зоны ответственности онкологии. Ну, мы развиваем теорию некую новую, биологическую и онкологическую, которую мы называем теорией Карсона и Вадева, и которая восходит вот к двум нашим великим ученым, Гарри Израиль Абелев, который открыл карсиноэмбриональные антигены, и Алексей Николаевич Северцов, который эволюционный морфолог. Он, собственно, открыл ЭВДЭВА. Да? Ну, а мы объединили оба этих направления, направление Карсона и ЭВДЭВА, или теорию эволюционной роли опухоли. Основная гипотеза, которая заключается в том, что опухоли дают пространство для экспрессии эволюционно новых генов. И эта гипотеза имеет несколько нетривиальных предсказаний. Про гены мы сегодня будем позже говорить, вот Андрей Андреевич будет рассказывать о нетривиальных предсказаниях, касающихся генов, а мы будем анализировать предсказания о том, что если эволюционно новые органы действительно происходили из опухолей, то они должны иметь опухолевые признаки. И действительно, вот посмотрите, это наши старые еще данные, неоднократно мы их обсуждали, но тем не менее, какая красивая шапочка, это новый орган у золотой рыбки, отобранный селекционерами за несколько столетий последних, да, и признаками органа является то, что вот она симметрична, располагается в определенном месте, появляется в определенной стадии развития, да, а признаком онкологическим является то, что вот она к безграничному росту способна, да, и вот некоторые рыбки, видите, так у них вырастает, что, видите, вверх ногами плавает. И Марк Абрамович Забежинский, вот он доказал, что это опухоль доброкачественная, то есть таким образом отбиралась доброкачественная опухоль, получился орган. Да, и у млекопитающих, у человека есть такие же органы, опухолеподобные мы их называем, да, это прежде всего плацента, молочная железа и простата. Но у плаценты столько много опухолевых признаков, что уже целые конференции этому посвящены, и вопрос-то и так вообще, а чем она от опухоли отличается, плацента? Оказывается тем, что она только регулируемая опухоль, а так больше ничем не отличается. Молочная железа и простата – это самые подверженные опухолям органы у человека. И большинство женщин умирает вот от молочной железы, от рака молочной железы, а у мужчины от рака простаты. Да? И связано это с эволюционной новизной вот этих органов. Да? И вот целый, мы даже табличку такую сделали, да, вот для эволюционно новых органов, там целый ряд общих признаков, потом мы еще раз эту табличку посмотрим. Да? И вдруг оказывается, да, что, как я вам говорил, что жировой орган млекопитающих представляет собой тоже некий орган, который работает как единое целое. Да? И это приоритет вот этого такого нового утверждения, новой парадигмы, принадлежит итальянскому профессору Северо Синти, который является директором Института ожирения в Италии. Да? И вот по его определению орган – это то, что это анатомическая структура, которую можно иссечь, которая состоит не менее чем из двух тканей и имеет определенную функцию. И вот это из его работы, это вот иссеченный жировой орган, который состоит из многих депо, да, и... Ну вот вы видите, да, что он еще подвергается там при температурных изменениях, цвет у него меняется, да. Мы это обсудим сейчас. Оказывается, потому что несколько тканей существует: белая ткань, бурая ткань, бежевая. И вот при температурных изменениях белая переходит в бурую. И это связано с трансдифференцировкой, по-видимому. Вот такие интересные вещи. И функции жирового органа, они являются, этот жировой орган, центральный энергетический обмен он регулирует, да.
и эволюционировал в результате адаптации к терморегуляции и новым способам питания у млекопитающих. И центральную роль он играет в энергетическом метаболизме и обмене глюкозы. Ну вот. И что интересно, что этот орган является эволюционно новым для млекопитающих, несмотря на то, что клетки старые и белки старые, да, потому что обмен липидов он довольно древний, но вот орган почему-то эволюционно новый. Почему? Потому что бурая ткань вот возникает только у млекопитающих, у ранних предков млекопитающих. И вообще признаки жирового органа, видите, вот если на эту таблицу смотреть, то они градуально там накапливаются вот к правому нижнему углу этой таблицы, да, то есть их, число их возрастает постоянно, да. И вот это было для нас некоторой новостью, когда мы увидели, что это эволюционно новый орган, мы стали искать там опухолевые признаки. И нашли их. И нашли их очень много. И первым признаком, который мы нашли, была способность жировой ткани к неограниченной экспансии. Причем это происходит как за счет гипертрофии, так и за счет гиперплазии. Причем многие люди, занимавшиеся обменом жирового обмена, они это замечали, но говорили это как-то робко, знаете, что вот вроде напоминает опухоль, понимаете? И, кроме того, липомы являются наиболее частыми опухолями мягких тканей. То есть это 50% всех опухолей мягких тканей и обнаруживается у 2% населения. Это огромное число. Обратимая пластичность, значит, очень характерна для опухоли, и этому посвящено много обзоров, в том числе наш обзор. Но и оказывается, что и жировые ткани обладают пластичностью, причем очень большой пластичностью, связанной там, с изменением температуры, физическими упражнениями, лактацией, ожирением. И везде там мы видим, кстати, пластичность такую. Причем она связана с трансдифференцировкой. С трансдифференцировкой. И вот это вот на картинке изменение цвета ткани, это как раз связано с трансдифференцировкой белого жира в бурый жир. Более того, мы видим пластичность адипоцитов в развитии молочной железы, когда адипоциты трансдифференцируются в эпителиальные клетки млекопитающих. Сами могут происходить из раковых клеток молочной железы инвитро. То есть это удивительное свойство. Вообще мы потом еще на нем остановимся. Индукция ангиогенеза. Значит, известно, что опухоль индуцирует ангиогенез, и таким же образом жировая ткань, жировые ткани тоже индуцируют адипогенез, и это зависит от гипоксии. От гипоксии также зависит хроническое воспаление. Да? Гипоксия вызывает миграцию макрофагов. На макрофаге действуют насыщенные жирные кислоты. В свою очередь макрофаги выделяют ТНФ-альфа. Возникает паракринная петля, которая лежит в основе хронического воспаления. Как у жировых тканей, как у жирового органа, так и у опухолевых тканей. Сходные механизмы. То есть и ожирение, и опухолевые процессы являются хроническим воспалением. Перемоделирование дисфункции. С этим хроническим воспалением связаны значительные изменения в структуре и функции жировой ткани, потеря функции жировой ткани. И то же самое мы видим и в случае опухолей. И опухоли, и жировой орган, они влияют системно на организм. Да? Ну, понятно, что поскольку жировая ткань является центральным регулятором энергетического обмена, то все нарушения в этом обмене имеют системный характер. И частью вот такого системного влияния является продукция гормонов. То есть, как говорят люди, даже не знающие о том, что уже вот, кстати, принято считать совокупность жировых тканей органом, они говорят, что жировые ткани являются эндокринным органом. Ну, то есть уже подразумевая, что это вот такой орган с центральной некой функцией. И жировой орган, он продуцирует адипокины, то есть это гормоны, несколько гормонов, которые продуцируются жировыми тканями. И классические цитокины тоже такие, как ТНФ-альфа, например. И один из гормонов, лептин, продуцируемых вот жировыми тканями, он является центральным регулятором энергетического обмена. И мы то же самое знаем об опухолях. Масса опухолей
различного происхождения продуцируют гормоны, это называется эктопические синтезы, да, которые не характерны для тех опухолей, где они продуцируются по тканям происхождения. Ну вот и микро-РНК, влияющий на другие ткани, тоже продуцирует и опухоли, и жировые ткани. Вызывает иммуносупрессию. Вот школа Владимира Михайловича Дильмана в Институте онкологии имени Петрова, да, собственно, Владимир Михайлович обосновал представление о метаболической иммуносупрессии. Да? И известно, что вот ожирение и метаболический синдром, вот они вызывают иммуносупрессию. То же самое, как и опухоли. Вот уже упоминавшиеся воспалительные процессы и оксидативный стресс вызывают разрушение ДНК и должны вести к апоптозу, да? Но почему-то не ведут к апоптозу. Почему? Потому что оказывается, что жировая ткань продуцирует ингибиторы апоптоза, такие как БЦЛ2 или там сыроевин, например. То есть это свойство повреждения ДНК и устойчивости к апоптозу, это тоже одно из свойств, которое характерно для опухолевых тканей. Ну, менее важные там такие сходства, такими как оксидоредуксаза, она играет роль в ожирении, метаболическом синдроме и в опухолигенезе. Да. Очень общий и очень такой драматический признак, общий для опухолей и для имеющих место при ожирении, это эктопическая депозиция жира. Да. И происходит она в скелетных мышцах, в сердце, в печени, в поджелудочной железе, в плаценте, в почках во время ожирения. И с чем она связана? Она связана с инфильтрацией преадипоцитами. То есть это яркий такой пример, да? Это же метастазирование, да? И похоже на опухолевое метастазирование. Причем оно разрушает функции тех опухолей, тех органов, куда происходит метастазирование, используют те же самые сигнальные пути, которые и при опухолевом метастазировании используются. И, наконец, одни и те же лекарства, глютазоны и бегуаниды, используются как для лечения ожирения и диабета, так и для лечения рака. И здесь вот приведены фотографии профессоров Анисимова и Бештейн, которые много сделали в этом направлении, да, в лечении и в использовании вот бегуанидов, в частности. Да, это продолжение школы Дильмана. И на этом слайде представлены саммари. Это все общие черты жирового органа, млекопитающих и опухоли. Вы видите, да, что 14 признаков. Причем, я должен сказать, что эти признаки не случайные. Это все признаки, они все относятся, они покрывают весь перечень так называемых hallmarks of cancer. Да? То есть это основные признаки опухоли. И многие из них связаны с ожирением. То есть мы видим, что ожирение и опухолигенез, они характеризуются полным перечнем основных своих совпадающих признаков. Да? И отсюда следует, что ожирение очень похоже на опухолевый процесс и означает, возможно, расширение зоны ответственности онкологии. Но не только это. Можно проследить и происхождение жировой ткани. То есть, согласно основной гипотезе нашей теории эволюционной роли опухоли, да, мы можем представить себе, что жировая ткань произошла из какой-то доброкачественной мезенхимальной опухоли, которая продуцировала вот такие активные какие-то вещества, которые со временем стали гормоны, и научилась синтезировать жир. И все это в процессе отбора отбиралось на функцию центральной регуляции в условиях изменяющихся энергетического обмена, в условиях изменяющегося питания. И самое интересное, что мы уже получили данные в подтверждение этой гипотезы. Эти данные мы получили на модели трансгенных индуцируемых опухолей у рыб. И вот почему-то у меня указка не работает, но здесь вот видно следующее, что в результате вот таких сравнений генных и вычитаний генных мы получили следующее, что гены, которые активируются и работают в опухолях рыб, эволюционно новые гены рыб, которые работают в опухолях рыб, имеют ортологи у человека, ортологов у человека.
И эти ортологи, многие из них, приобретают функции, которых нет у рыб, то есть прогрессивные функции. Мы охарактеризовали 23 таких гена. И вот мы видим вот лептин, вот, о котором я упоминал, что он является центральным регулятором жирового обмена, да, энергетического обмена, он входит в число этих генов. А всего мы обнаружили таких генов 5. Из 23 мы обнаружили 5 таких генов, которые участвуют в функциях жирового органа у млекопитающих. Более того, они принимают еще участие в опухолевом развитии да, у млекопитающих, и они все взаимодействуют друг с другом, то, либо ингибируя друг друга, либо активируя. То есть мы имеем пример новой регуляторной сети, которая возникла у рыб и работает вот, в опухолях и в жировом органе млекопитающих. И сейчас мы еще раз вспомним с вами, помните, я уже говорил, что оказывается, что вот из этой пластичности опухолевых клеток и жировых клеток показано экспериментально, что адипоциты могут происходить из злокачественных клеток молочной железы, из рака молочной железы. То есть вот сходится все, да, то есть получается, что действительно вот, наш жировой орган мог возникнуть из предковой доброкачественной опухоли какой-то. Вот. И таким образом, вот мы показывали эту табличку где-то в начале, да, когда я говорил, что есть общие свойства опухолеподобных органов, и все они подходят и для жирового органа. И таким образом мы приходим к выводу, что к выводам, да, и сейчас мы их зачитаем. Значит, первое, то, что жировой орган у млекопитающих можно отнести к так называемым опухолеподобным органам наряду с плацентной, молочной железой и простатой. Наличие опухолевых признаков у жирового органа млекопитающих является подтверждением одного из нетривиальных предсказаний теории. Да, того предсказания, что эволюционно молодые органы должны обладать опухолевыми признаками. По-видимому, может идти речь о расширении зоны ответственности онкологии с включением в нее процессов, связанных с ожирением. И последний вывод, но большой, да, то, что наличие опухолевых признаков у жирового органа и его возможное происхождение из наследуемых опухолей предполагают, что можно использовать подходы, разработанные для борьбы с ожирением, такие как голодание, низкокалорийная диета, кето-диета, также и для борьбы с опухолями, в том числе при отсутствии ожирения. И наоборот, некоторые способы борьбы с опухолями, медикаментозные, хирургические, интервенции на ранних стадиях развития процесса могут быть использованы для борьбы с ожирением. И это открывает новые возможности. И это происходит. Вот смотрите, это обзор 21 года, апрель, да, то есть совершенно недавний обзор. Значит, онкологи, классическая онкологическая школа рассматривает вот диету при онкологии, ну, как такая альтернативная какая-то медицина, да? Но оказывается, она из такой вот альтернативной медицины превращается просто в медицину. Вот в этом обзоре рассматриваются три больших клинических испытания, которые сейчас начинаются в Соединенных Штатах, по отношению к разным видам онкологических заболеваний, с использованием различных диет, с целью показать, что вот такого рода вмешательство может улучшить лекарственную терапию опухоли. И нам, значит, в нашей стране надо не опоздать и тоже начать вот подобного рода исследования, ну, чтобы оказаться, так сказать, вот не оказаться в положении опять догоняющих, да. И причем я здесь обращаю внимание, мы сейчас вот обсуждаем это с онкологами, что здесь это все гораздо дешевле, чем, допустим, испытание новых лекарств, да? Потому что все-таки диетологические вмешательства, они уже известны, они ведутся, и имеются профильные, так сказать, организации, которые этим занимаются, и надо просто объединить усилия. Благодарность эволюционной школе Санкт-Петербургского университета, онкологической школе не онкологии имени профессора Петрова, Национальному раковому институту и Биомеду, Институт общей генетики и Политеху Петра Великого. Спасибо за внимание.